Курортный район готовится зимовать с чистыми от снега внутриквартальными территориями. К сегодняшнему дню полностью обновился парк уборочной техники благодаря новой схеме обслуживания дорог во дворах, на которую Петербург окончательно перешел с начала этого года. В курортном районе провели линейку готовности оборудования сразу на трех площадках. В Сестрорецке по традиции подготовленную технику предъявили на площади Свободы. Более 100 единиц уборочной техники и 50 средств малой механизации приступят к уборке внутриквартальных территорий в период осенне-зимнего сезона в курортном районе. В Сестрорецке на общерайонном смотре выставили 14 единиц техники, состояние и работоспособность оборудования которой сегодня проверял глава нашего района вместе со специальной комиссией. Здравствуйте. Добрый день. Как техника? Отлично, все работает. Ну, готовы? Конечно. Как первый снег выпадет? Курортный район является одной из самых протяженных территорий Санкт-Петербурга вдоль побережья Финского залива. С каждым годом все больше туристов и местных жителей выбирают наш район для отдыха как летом, так и зимой. Уборкой пляжных территорий занимается государственная организация «Курортный берег». Готовность к зимнему сезону продемонстрировали на сегодняшнем смотре. Но это опять же для перевозки инвентаря? Это инвентарь, это те же самые урны, которые стоят на пляже. То есть мы проходим по пляжу, загружаем туда мешки. Малые архитектурные. И малые архитектурные, и мешки туда грузим. То есть ну, полностью тут инвентарь. Вот, то есть все необходимое, оно в любом случае там находится. Mm-hmm. То есть здесь никакого необычного нет. Ну понятно. Она выпуск какого года? А? Прошлого, то есть новая совершенно? Это вот 2023 года. Ну, шапки, ботинки, перчатки. Ну, удобно. Да, удобно. Ну, это вот буквально выдано было, буквально там на днях. И навыки? Все, перчатки, все полностью есть, все. Особенно на Финском заливе, холодно. Да, 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 о чем речь. Поэтому мы в любом случае предусматриваем. Сейчас после штормов, то уборки, наверное, достаточно много было. Еще штормы не закончились. С января 2023 года полномочия по уборке внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования, переданы курортному РЖА. И на сегодняшний день все 94 квартала убирает районное жилищное агентство. Подготовка к зимнему периоду в жилищном ведомстве тоже идет полным ходом. Ну, 100 килограмм практически весит. Она сейчас 100 прям. Да, заправлено. А покажете? Здесь немножко. Три основных участка, это Сестрорецк, Зеленогорск, Песочка, и, соответственно, базы, вот, допустим, Песочная и Зеленогорск, они расположены достаточно далеко от малых поселков, Молодежная, Смолячково, Ушково, поэтому крайне нам нужна техника. На сегодня за счет экономии средств у нас запрос в комитет финансов отправлен, согласованный с жилищным комитетом, на 2 единицы техники и дополнительно... Газель. Да, да, 2 газели. И дополнительно мы на следующий год с вами получим 6 единиц еще. И тогда мы будем полностью обеспечены газелями. Заключительный этап смотра уборочной техники показал, что курортный район уверенно войдет в зимний период. Для этого в прошлом году администрацией района была закуплена 41 единица уборочной техники и 51 средство малой механизации. Безусловно, все это делается для комфорта и безопасности наших жителей, чтобы предстоящая зима запомнилась хорошей погодой и чистыми дворами. Техника новая, поэтому говорить о том, что... Мы не готовы, нельзя, мы готовы. И очень важно, что убирать теперь и контролировать все будет администрация района. Жилищное агентство и курортный берег также участвуют в уборке, в том числе и территории, не имеющих ведомств принадлежности. На сегодня мы полностью механизаторами укомплектованы. Даже есть очередь небольшая. Что касается дворников, пока вакантные места есть, ну, вот, приглашаем жителей курортного района поработать, возможно, приближение максимальное к месту, где проживают. В субботу был объезд вице-губернатора Евгения Николаевича Разумишкина. Мы осмотрели непосредственно базы, в которых базируется и техника, и отдыхает личный состав. В Сестрорецке посмотрели.
И надо отметить, что ремонты на этих базах сделаны достаточно качественно. Ремонты сделаны и в санитарных помещениях, душевые, комнаты приема пищи, отдыха, ну и ремонтные зоны, где при необходимости может быть отремонтирована техника, которая будет использоваться при уборке внутри квартальной территории.